С чего начинается весна? По сложившейся традиции с Международного женского дня. Ведь, милые дамы, олицетворение красоты и свежести такое же, как это время года. 8 марта – день, когда все внимание направлено на представительниц прекрасного пола, что делает их еще более яркими. И пусть лишь раз в году, но столько ласковых слов женщины могут слышать только на празднике весны. Для меня большая радость, большая честь поздравить женщин Ленинского района с самым главным праздником 8 марта. Пожелать женского счастья, у каждого оно свое, у каждого есть сокровенные какие-то желания, мечты, поэтому я хотел, чтобы в этот день у вас все это сбылось. Плойки, утюжки, фены, кисточки, тени, пудры для мужчин – это странный набор слов для женщин, средства, которыми они пользуются регулярно, чтобы быть еще красивее, чем их создала природа. Каждая дама хочет выделяться. И на празднике в честь 8 марта во Дворце спорта «Видное» у всех представительниц слабого пола была возможность получить услуги профессиональных парикмахеров и визажистов. Ведь, по мнению самих женщин, главный секрет красоты – постоянный уход за собой. Красота – это большой труд. Надо просто для себя решить, как бы, над чем работать. Вот. И что-то немножко делая в этом направлении, ты будешь иметь колоссальные результаты. Все в этот день было пропитано нежностью. Никакой суеты. Красивые выступления творческих коллективов, приятные слуху музыкальные композиции. Несколько номеров показали участники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс». Поздравил женщин с 8 марта и глава Ленинского района Олег Хромов. Я хочу пожелать в этот прекрасный день, чтобы улыбка никогда не покидала наших милых дам, чтобы вы были успешны, всегда помогали нам творить ради вас. Мужчины солидарны в одном. Женщины для них это все. Хрупкие создания способны вдохновлять мужские сердца. Так было во все времена. Ради женщин мы идем на какие-то поступки серьезные. Ради женщин мы, может быть, совершаем большие подвиги. В общем, мы любим женщин. Концертная программа наполнила сердца милых дам добротой и подарила заряд теплого весеннего настроения. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.